Квартира располагается по адресу Московская область, Раменский городской округ. В администрации Раменского городского округа состоялось вручение ключей от квартир. Сегодня действительно важный день, торжественный. Вручение ключей от квартиры – это всегда шаг во взрослую жизнь. Это всегда старт новым событиям. У каждого из нас, когда появляется дом, мы себя чувствуем более комфортными, более готовыми. Говорят, дом – наша крепость. И я сегодня вам желаю, чтобы ваш дом был вашей крепостью. И сегодня, после вручения ключей, у вас началась новая, самостоятельная, взрослая жизнь. Вы будете нести полную ответственность сами за себя. И я надеюсь, ваши родители будут вами гордиться. А мы сделаем все возможное, чтобы вам помогать. В рамках губернаторской программы по обеспечению собственным жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, глава Раменского городского округа Николай Ханин вручил Дарье Рулевой и Сергею Филатову ключи от квартир. Сегодня у вас действительно особый день в жизни. Сегодня вы получаете ключи от своей собственной квартиры. Очень, радостно за вас, гордо за вас. И очень хочется, чтобы вы никого никогда не подвели в этой жизни, чтобы обязательно получили специальность. Ключи от квартиры – это шаг в новую жизнь, и пусть она будет счастливой. Ребятам пожелали как можно больше радостных моментов в новом доме и больших успехов на жизненном пути. Иметь свою квартиру – это такой огромный шаг в жизнь, и на самом деле я этому бесконечно рада. Я там была, она очень чистая, уютная, красивая, и в общем, я очень рада этому событию. Ольга Чихачева, Андрей Пластунов, Алла Гришина, Раменское телевидение.